Доброе утро, всем доброе утро. Ой, девочки, не задавайте такие вопросы, когда мне так тяжело и такая тяжелая проблема и какая-то такая не... Давайте вести, девочки. Марина, что публикует кошка Ника? Как вы на это смотрите? Вы же боевая женщина. Да, я боевая женщина. То, что она, конечно, ну, вот до такой степени опустила. Ну, конечно, в порыве гнева, когда у нас была проблема с Сашей, как-то так получилось, что утром мы очень сильно как-то поругались. Ну, естественно, из-за моей работы все вот это вот, то, что внимания не могу достаточно уделять, потому что я бегаю тут. А вот. И мы поругались. И как-то я утром рано решила встать и пробежаться, значит, пробежаться по набережной. И пока бегала, я тоже думаю, надо набрать Сашку. И, ну, как-то соскучилась, и думаю, наберу его. И когда я его набрала, мы разговариваем. И он сказал про карету, типа того, что нам надо будет поговорить про карету. И мне так это обидно стало. Мне, думаю, зачем, думаю, сейчас говорить про карету, когда у нас так все плохо. И я хочу, чтобы между нами... Это последний разговор должен быть про карету. А первый разговор вообще должен быть... Мне так посчиталось почему-то. Вот я посчитала так для себя, что сейчас должна быть разговор о том, как мы будем, сделаем так, чтобы не разрушить наш союз. Вот. Я это хотела услышать. А когда я услышала про карету, я пришла прямо в гнев. Вот реально, в буквальном смысле в гнев. Я прямо вот, я рыдала громко, я шла по дороге, вот, вот так вот, вот так шла, и в этот момент написала мне это Ника. Я, конечно, вывалила это все в таком утрированной форме, как я это умею, когда я в порыве гнева. Но это было неделю назад. Вот. И в этот момент действительно в моей голове уже началось, я думала, начала думать, что нахер, думаю, заберу эту карету и больше никогда в жизни, думаю, не вернусь. Я на самом деле вот это подумала. Но это в тот момент, и вот это вот где-то 3 дня, это вот у меня такая качеля была. Вот, что, ну, от обиды, естественно. Когда обида проходит, я уже успокаиваюсь, ну, уже поздно, естественно. Вот, естественно, человеку доверила, человек это, ну, у всех у нас есть, вот, мы все кому-то, каким-то подружкам звоним, кому-то чего-то говорим, вот. Ну, она не виновата, виновата я, что настолько глупа и тупа, можно сказать, что это все посчитала, что можно доверить человеку такое, ну, но это глупость, конечно, признаю себя глупой и вообще абсолютно неумной женщиной в этой ситуации. Ну, что сделано, то сделано. А вот, конечно, никакого морального права, Мариночка, когда у вас такое настроение, сердце разрывается. Но мне очень тяжело в последнее время. Вот мне тяжело на самом деле. Вот последний месяц был очень тяжело в Тае. И вот это продолжается. Вот. И Сашу не хочу никак обидеть. Не хотела на самом деле. Он сегодня очень раздавлен от этих слов, которых я сказала, естественно. А вот. Ну, как бы и себя тоже не очень хочется обижать. И вот так вот, в этот момент, когда есть такая потребность, вот когда я в гневе, вот мне надо выговориться, и выговорилась, можно сказать.
Живи, здоровы, это самое главное. Но мне, правда, я узнала это в поезде сегодня. Я сегодня утром звонила Саше, не дозвонила. Он сначала мне звонил, я спала. Потому что у нас 5 часов разницы, он в 5 утра мне звонил. А сейчас мне кто-то сказал, что типа того, что Саша заплатил типа Нике, чтобы она мне плохо, ну, про меня, типа, она продала, и типа Саша типа заплатил Нике за то, чтобы это все, ну, она, чтобы она типа такое пишет, такое, значит, Саша заплатил типа Нике. Ну, мне люди пишут. Ну, не знаю, это правда или нет. Я в это. А вот. Вот так вот. Мне кажется, со временем вы еще более мудрее стали. Вы молодец. Да нет, это не мудрость, а это вот гнев. Мой гнев перекрывает всю мою мудрость и все. Вот, когда вот меня доведут, я способна сказать, лишь бы только вот им сделать так же больно, как мне больно. И это не есть хорошо, на самом деле, это осознаю. Ну, что делать уж, какая я есть. Мы все, у всех у нас свои минусы, и это мой минус. У каждого из нас. Вы разрушаете себя. Я уж давно себя разрушаю, знаете. Вот. Это кошка Татьяны Африкантовой, да. Ну, не знаю, Татьяна Африкантова или не Татьяна Африкантова. Человек, видимо, настолько... плохо все в жизни, что на все уже может человек пойти. Вот. Ничего человеческого нет. Наверное, когда я так говорю, про меня тоже так же можно сказать, когда вот такое вот вываливаю. Но никакого морального права, конечно, на это я не имела, естественно. Нельзя никому доверять. Ну уж, уже поздно. Не смеши, хватит уже, Саша уже пишет там, естественно. Саша никогда свой, вот, вот, последствия чего-то, вот, ну, как-то вот, есть реально вот это было последствие чему-то, плохое последствие, понимаешь, что ужасного, ужасный поступок, но всегда вот, всегда, да, виновата, хватит, уже смешно, конечно, виновата, разве можно такое говорить, конечно, нельзя говорить, но это было какое-то последствие на самом деле. Африкантова к этому имеет отношение или нет, может и имеет. Она мне звонила в эфире, мне эфиры не давали прям вести, столько много раз позвонили мне люди, и несколько раз срывалась утром эфиры, когда я уже это узнала, я вышла из поезда, я 3 раза вышла в эфир, и все 3 у меня сорвались прям вот. Поговорю минут 20 и опять звонят, я хочу их отключить, и у меня эфир вылетает. Наладится, она, видимо, вам завидует. Ой, Господи, вы прекрасная женщина. Переживаете, вы шикарная. Саша сейчас вам пишет. Да, я вижу, что он пишет. Конечно, теперь он очень зол. Ну и прекрасная женщина. Ну, мы не знаю, какая я женщина после того, что сегодня со мной случилось.
«Пориве гнева». Вот женщина Иринка Мандаринка. Ну, Ирин, у всех бывает. Ну, довели меня и вывалило это. Я думала, что вывалило одному человеку. Откуда ж я знала, что она на весь свет это выставит? Мы все кому-то звоним, на кого-то, даже на собственных детей. Иногда бывает, что на собственных детей жалуемся. Бывает такое. Ничего бы не было. Ну, я не могу себе такое позволить, быть только с любимым человеком, потому что я тоже, у меня есть дети, и вы прекрасно понимаете, что они одни, у них за них некому заступиться. Ни одного человека в мире не найдется, кто бы за них заступился, кроме меня. И кто бы им помог? Ни одного человека в мире не найдется. Ну и родственники, конечно, Карине, дай Бог ей здоровья, сколько она для таты сделает. А мне стыдно, что для таты Карина делает, а я не могу. Понимаете? Потому что я должна сидеть только с мужчиной. И с мужчиной, от мужчины понимание хотела. И, а вот вышло, что вышло. И что теперь делать? Ну что теперь делать? А за то, что это не понимала, от этого у меня и возникла эта агрессия. И так пошла и поехала, естественно. Естественно, я перед Сашей виновата сейчас, безусловно, очень виновата и очень... Это, конечно, никак не отменяет его... Никак не отменяет того, что он просто... Сейчас должен быть просто ненавидеть меня вот в прямом смысле после того, что я наболтала и наговорила в пориве вот такого вот в пориве злости прямо вот меня до такой степени довел. И именно в этот момент эта девушка мне, я потом уже все дальше и хуже и дальше и хуже и вот так вот.